Здравствуйте, Евгения. Долго решалась написать. С мужем живем 7 лет. В браке изначально все сложилось так, что я зарабатывала больше и вообще работала, когда он не мог работать. Последнее время все изменилось, слава богу. Муж служит в церкви, хоть и получает меньше меня, но хватает оплатить съемную квартиру. Остальные траты на мне. Хотя с его зарплаты немного остается, когда идет в магазин, говорит: «С тебя столько-то». Меня это очень сильно обижает. Так хочется, чтобы муж взял на себя заботу обо мне. Понимаю, что сама изначально взяла эту ношу и тяну ее по сей день. Но силы на исходе. Бюджет у нас получается у каждого свой. Как правильно себя вести? Как попытаться выстроить отношения, чтобы мужчина отвечал за основное вливание финансов в семью? Благодарю за ответ, за вашу мудрость. Благословений Божьих. Не вливать самой. Мужчина, он, еще раз повторюсь, он очень простой. Если нужда покрыта, он ее покрывать не будет. И сражаться, да я, он тоже этого делать не будет. Поэтому чем больше женщина делает, тем меньше делает мужчина. И если изначально так построен бюджет, то что-то переделать, ну, возможно. Возможно, только разговаривая, объясняя ему, что я теряю уважение к тебе. Когда ты вот так говоришь, когда приходишь с магазина и говоришь: «Половина с тебя». В этот момент мне не хочется с тобой спать, мне не хочется тебя уважать. В этот момент я чувствую себя незащищенной. Но тебе же не сложно купить продукты. Но если ты это сделал, сделай. Мне приятно будет. Ну вот, обучать. Мужчина не очень обучаемый, если с ними разговаривать. А мы, когда у нас уже там искрит все, болит, то у нас мы терпим, а потом мы... Одна претензия, и потом мужчина опять утверждается в своем понимании. Бабы алчные. Вот, все просто. Вот так все этим и заканчивается.